Надо дождаться вывод, потом перевести их в Steam, потом ее купить. Так, все, мы пиздуем в игру. Сейчас я сцены переключу. Рафт. Если у кого-то есть рафт, он может спокойно ко мне заходить. Я тут немножко поплавала сама.
Да, так что кто хочет, может зайти со мной поиграть. Ссылка вот он вообще есть. Сегодня я опять без вебки. Вот, холодно от кондишки. Ну, кстати, недорого, он там тоже 400 с чем-то рублей стоит. А, о, а что я тут делала? Блять, я даже не помню, как играть, блять. Где-то акула, точно. Мне что-то не надо было. А вот и акула. Что здесь делаю, блять? Что тут делал? Я не знаю. Что-то есть, да? А мне енот уже надонатил на нее. Александр, я твой донат, кстати, проиграла только что. Ну и енот, и твой. Могу еще раз специально. Так. Ну, Александр, у тебя муж есть рафт? Да. У меня одну тут, блядь, акула загнобила сегодня. Она опять продолжает меня гнобить. У меня-то Steam в этом, в рублях. Пошла нахуй. Ничего не видно. Кловать надо сделать. Мне надо сделать кловать. Сука, доплыви ты, блин. А, ну уже светлее прямо. У меня тут уже пол плота сожрано, блядь. Ой, как обычно, нет ничего. Понятно, ясно. Так, готовить. Так, оп. Буду, значит, сегодня одна в одинокого. А, наживку? Подожди. А у меня нет никакой наживки, но на пустой крючок ловить бы. Я, блядь, наживку возьму. Ой, блядь, короче. Что я тут делала? А, мне надо кровать еще сделать. Пластик, гвоздь, заебись. Ни того, ни того у меня нет. Пошла нахуй. Там пусто. $1 на счету. У вас что, Steam в долларах? Тогда я вам вообще ничего никогда не смогу подарить. Что у меня Steam в рублях. А, Турция, оно же перешло с лир на это. Да пошла ты нахуй. Меня, видите, меня одну тут гнобят. У меня в рублях, если считаю в долларах, то один. Так, короче, нахуй поплыли. Надо сделать сразу его дело. Блядь, бутылка припа. Господи, мы там на заднем плане. Нет, ничего не зависло, идет вроде.
Так, у меня все изучено. Поплыву. Изучено, изучено. Изучить. Почему-то красным горит. Почему красным? Изучено. О-о-о-о! Изучить. А, веревка у меня не изучена, нихуя себе, блядь. Шоу процесс, нахуй. А, удочку можно изучить? Нельзя. Арбуз можно изучить? Нельзя. А. А чё, у тебя затроило что-то? Ну, обнови картинку. О, страница. Мне пластик нужен. Да, да. Оп. Там остров. Заебись. Есть еще острова? Блять, это не тот остров, на котором сегодня днем было. Мне что-то днем захотелось. А, там еще остров или это он есть? И вон остров, что-то их так много. Я понимаю, мне надо на большие острова. Только бочка, блядь. Иди, блядь, сюда. Вон. Вон туда поплыли. Я там не была точно. Открыть. Блядь, и там. Или я была там. Ну, вон тот остров я точно вроде не видно. Блядь, против ветра, да, плыву? Ну, нихуя страшно. Подольше, но поплыву. Главное, плыву, главное, плыву. Правильно? Оп, нахуй. Где она еще откусила? Сука! При мне, сука, в наглую кусать, блядь. Тварь, блядь. Так, и вот здесь надо одну. А как это укрепить все, мне интересно потом. Так, это тот остров, мы от него плавает, блядь, кобыла. Вон остров, и вон какой-то... А, это плот, плот похуй. Что он находится? Так. Из чего мне сделать кровать? Пластик, гвоздь. Я могу здесь такое поставить нужное? Пару свислов, флажок. Обычный лук. Гвоздь. Веревка. Все, иди спать. Это какая цифра? Так, куда я буду его, блядь, воткнуть свой флажок? Там вода. С этой стороны. Это надо высоко ставить. Потом поставлю. Чё, шторм, блядь, я не понимаю. Или чё? Чё за волны, блядь? Так. Саша стримит. Саша играет в Лару Крофт. Я играю в Рафт. Возможно, присоединится Алена, но не факт. Или я была там. Блядь, они все одинаковые. Так, 9. Блядь. Плыви туда, блядь. Блядь, плыви туда.
Сука, он плывет мимо. Ну подплывите к ебаному острову. Автосохранение было. Стой нахуй, короче. Весло? А зачем? У меня ж парус. Что вылетело? Что-то не влазит. Нахуй мне это не надо. Это я сейчас открою. Лак изучу. Это что такое? Нахуй отсюда. Пальмовый лист и пальмовая семечка. А, так, девяточка, давай поедем. Вон коробка, а бочка надо сплавать было. Неожиданно. Так, делаем. А, где она? Камень, веревка. Веревку могу сделать. Камни, два. Вода. Больше. Оп, добрый день. Данил спать. По рекам. Акула ап меня за жопу, либо мой плод нахуй там грызет уже. Я не понимаю, акула рядом со мной крутится или рядом с плотом она крутится? А, понятно, я поняла. Рядом со мной. Так. Тут, блядь, болтар, болтар. Готовить. Сука, не лезет. Нахуй мне эти ваши семечки нужны? Да что сейчас? Что упало? Что не влезло? Вот. Пальмовый сев. Кокос не влез. Ну, можно съесть еще один ананас, подобрать кокос. Тоже сожжет. Так, есть проблема, у меня сейчас сломается крюк. Болт. Пластик. Так, пластик. Блять, прям к ней в рот прыгнула она. Иди нахуй. Пластик тут заберу и бочку. А пошла в пизду. Иди нахер. Иди в жопу. Как факел сделать мне, вот интересно, потому что я хочу всегда по темноте. Оп. А. Что мне надо изготовить? А вот этот болт.
Ну, я, блин, целом вот улетела только что. Да не то, а куда мои коробки улетели? В смысле, блядь? Желтый цветок. Я вот здесь стояла, накрафтила. Куда? Сюда? Ебать, у меня спиздили веревки. Ну, охуенно, блядь. Сделала, блядь, веревок. Это семечко. Вот семечки... Сука, такой непримечательный. О! Сука, блядь, наебать меня хотели. Чем мне надо вот здесь полутаться? Мне уже некуда лутаться. Тебе надо 3 семечки. Зачем тебе семечки? У меня пластика категорически не хватает. Что я могу сделать из досок? Ведро, молоко, миска. Пойдемте ебанем грядку. Улучшить флягу? Какую? Блять! Сука! Ну нахуй ты, блядь, так пугаешь. Так, сожрать надо руку, не? А что я здесь могу посадить? Так. Что у меня появилось новое, что я могу изучить? Я могу изучить? Не могу. Нихуя нового у меня нет. Надо полутаться вот здесь, но акула. Ебать, она уже отгрызла! Один спи. Ой, якорь. Короче, нахуй, поплыли. А, якорь, якорь, якорь. Камень. А, ладно, в бочке попадется. Здесь надо что-то посадить. Сделать фонарик, хоть какой-то свет, блядь. А, ладно, добрый день. Я надеюсь, что не загорится. Почему все плывет мимо меня? Так. Кровать. Убрала, надо переставить его. X убрать. Где он? Уберет ковуду с той стороны. Оп-оп-оп. Сука! Тварь. А. Так, вот у меня стол. Ну, уже более-менее становится похоже. Вот, нормально. Да под... Микс. Вот здесь встань, вот так. Во! Дай, 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 оп! Ага. Здесь будет якорь. Там остров. Блядь, мне кажется, я оттуда только что приплыла, блядь.
Мы ж поплыли за вон тот остров. Против ветра, да? Вон туда поплыли. Тоже против ветра, да? Поплыли, ладно, вон туда пусть его. А, не дотянулось. Блядь, да куда этот ветер дует, блядь? Ветер дует туда. Сука, отдай. Да, я жду. Где? Блядь, ебать пластика. Бочанка. Я не знаю, куда я плыву. Я плыву по течению. Блять, нихуя не видно. А, сука, ладно, хуй с ним. Неровно. Коробка, ебать. Две акулы, три дельфины, блять, кто ты? Кто это был? Это дельфинчики! Да уберись нахуй пока. Ладно, пух. Плыли туда, оттуда слишком много всего плывет. Пух, что мы плывем прям против ветра в наглую прям. Че у меня тут? Лук, да, появился? Вода. Вот это надо разместить. Сука, далеко хуйнула. Оп, вижу остров, вон там. Мне ам за жопу и все. Блять, а может, я не была на том острове? Мне кажется, пока дельфинчики, алкулы. Акулы на меня нападать не будут. Так, что у меня тут? Заебись, у меня здесь ко мне, где? Угу. Ты чё, блядь? Ты вообще не имеешь туда и совести плывешь сюда. Ты думал, я не прочухаю? Дельфины, нахуй, пинайте ее. Тварь. Не поймала. Видите, какая нахуй тварь наглая, блядь. Вообще нахуй не станет совести. Эти, сука, молотком сейчас по башке ёбну. Где, блядь, она? О, блядь, засмотрелась.
Кто, черепашки или медузы? Музыка. Вот это сыграл. И все молчат. Да, ее можно убить, там сколько ударов, 15 не надо. Я имела в виду, все молчат, что у меня круг сломался, блядь, никто ничего не говорит. Ну, хоть как. Она погрузилась. Я вообще не в эту сторону, но там коробка. Туда сейчас повернуть. Ебать, ускорилась. Была, это не была. Нам с Аленой везло, мы прям на большие острова приезжаем. Так, доска, пластик, камень. Так. Блядь, там коробка была. Привет, Кирешка. А у тебя есть рафт, Кирешка? Я смотрю, чем ближе я к островам, тем меньше лута вокруг меня. Да хуй знает, была я на нем, не была. Блять, коробка. Еще один предатель. Что я еще могу построить? Кровать. Кровать мне нужна, кстати, да, чтобы я возрождалась здесь. Куда ее присобачить? Где я спать буду? Где мы будем спать? Здесь нахуй. В принципе, похуй пока. У нас плот маленький. Как вообще по строительству есть? А, фундамент, фундамент. А железный слиток где мне делать? Его можно укреплять, типа этого меньше укусов акулы. Мы плывем опять против ветра. 10 лет сейчас нахуй будем плыть на. А, так. Понятно, ладно.
Все изучено, да, у нас? Большая грядка. О, металлическое копье, у меня даже железный слиток, эти ласты. Ага, пластик. Пластик у меня не изучен, да ну нахуй. Ебать, реально пластик. Бутылка. Соковыжималка, котелок, кислородный баллон. Бутылка. Где бутылка? Сок ляны. Сок ляны получить надо из водорослей, да? Да? Блять, рука щелкнула. А мы, может, поплывем? Блять, еда голодная, да? Ноль. Тварь. А у меня есть доски, заебись. Я смотрю, мы вообще туда не плывем. Нахуй, поплыли, куда понесет, короче, в пизду. Все, вот теперь мы плывем, а то мы, блядь, против ветра, нахуй, там полтора часа плыли. Попробуем порыбачить. Нет, надо вот так. На двойку. Такая укусная рыба. Вообще не вижу носа. А понятно, что она клюет, блядь. Надо сделать сейчас эту хуйню, чтобы жарить рыбу, нажарить. Надеюсь, я смогу. Я не смогу себе простить. Сука. Так. А, что я там поймала? Посылка, да? Стол, да нахуй мне ваш стол усрался, блядь. Почему точка так быстро кончается? По-моему, зрения тут нигде нету островов. Вон. Плод, заебись. Где он там далеко? Это получается вон туда. Куда? Так, что у меня тут? Не, да, хуйню для жарки. Для готовки. Это кто, кит был сейчас? Я себе. Где рыба? Играем какое-то уведомление. Я много видюшек смотрела, какая именно из-за.
А как мне вообще вот в рафте понять, куда плыть, что делать, блядь? Тут же нет никаких NPC, блядь. Тут просто открытое море. NPC акула, блядь. С акулой надо поговорить, она даст тебе задание, блядь. Нет, ну доски надо оставить. Они могут пригодиться. Тафанью. Я как-то мимо него, блядь, помню. Надеюсь, мой плод без меня не уплывет. Сука, чтоб тебя кит сожрал, нахуй. Блять, а как? У меня в руках, блин. Оп. Замечательно. О, болт один есть. Перо, блядь. Поплыли туда, куда ветер дует. И все, блядь. О! Я сейчас съем. Вот это я беру, положить. Могли бы поддержать меня? Сказать, что у меня все получится. Да ветер тут. Акула, блядь, здесь. Столько ты вообще не спишь, да? Вообще надо плод еще раз сшить. Сука, ты при мне в наглую, блядь. Да подними ты, блядь, сейчас отгрызет. Сука, отгрызла, нахуй. Начнем увеличивать плод. Здесь. Вот этот перенести сюда. Ебать. Ой, я себя чуть не пропустила. Наш корабль идет ко дну. Вот я столько спала, еще ни к одному острову не проплыла, обычно. Типа, пока я сплю, оно не движется, да, как я понимаю? Ты не шути, так я ж подумаю, что реально можно, а потом окажется, что ты меня обманул. Так, кого положить?
Есть что, может, рыбу можно изучить? Нет, рыбу нельзя изучить. Болт я уже изучила, а картошку можно изучить? Нет, картошку нельзя изучить. Это. Куэдин на Х. Так, но мы плывем. Куда, блядь, мы плывем, хуй его знает. Куда-то плывем. Наш корабль идет ко дну. Сука, блядь. Нет бы, купили бы уже игру, поддержали бы меня, объяснили, как, блядь, тут играть. Они меня стебут, нахуй. Я вас запомнила всех. Жопу, блядь. Так, что мне надо? Ни одного острова. Ебать, что пролагало сейчас. Кто-нибудь видит хоть один остров? О, ебать, вот это остров. Вы видели? Вы ви... Вон он. Вон он. Надо еще один ящик для хранения. У меня пластик кончился, заебись. Раз. Куда плывешь? Туда плывешь. Сука, пошла нахуй, поджидала меня. Я вот Саше предлагала, говорю, давай я куплю, блядь, тебе игру. Нет, я не хочу, играйте сами в свой рафт. Так, не вдруг там пригодится чуть-чуть взять с собой. И камушки взять с собой. Еда. Это мне не надо будет. А веревка может пригодиться. Бля, да я там насобираю и веревки, блядь, и дерево. Тура. Камни я там могу найти. Ебать. Сука, заживем. Раз, да он, блядь, 400 с копейками там стоит. О, раз, рафт. 400 с чем-то рублей. Блять, там этот коконат, как его назвали вчера, забыла. Конрад. Птица это ебаная. Пусть это птица. Мне главное с собой еды взять. Становится похуй.
Так, один арбуз, вода, крюк. Здесь я все освободила. Киянку пока можно. Вот мразь, смотри на меня. Так. Ну, видишь, в иностранные аккаунты я дарить не могу, да, к примеру. И Саша, когда у него вот был турецкий аккаунт, он пытался мне подарить игру и из разницы цены, типа, его нарыло. Закрыто. Конрад стоит. Я там построек не вижу. Так, ягодки давай соберем. И срубим хотя бы одно дерево. Забери себе свои нахуй камни и пошел нахуй. Его по башке ему нахуй, его он бьет. О, а это магазин. Это мы знаем уже. О. О. Здесь, а что продать можно? А, акулоед, ебать, я таких рыб в жизни не видел. Репутация, хлам, куркума, рецепты, клаксон, шкаф, компас. Вот компас бы не помешал. Простите, но мне нужна еда. Так. Цветы мне не нужны. Пусто. Опа, ананас. Лама. Ебать. Ты откуда? Сука, ебать, смешная. Нахуй я удочку собой. Темнеет, да? Так, там эта хуйня. Надо будет с этой стороны вниз спуститься. Да, блядь, ты камин. Кабан, блядь, я его вижу. Он меня пока не видит. Это хорошо. Это не тот остров, где мы вчера с Аленой были. Оп, арбуз. Ебать, большой, ну. Приходим, блядь, там акула плод сожрала, нахуй, все, гейм овер, блядь.
О! Сука, птица огрела она. Что, тут нет никаких человеческих построек? Реально ж ни одной постройки. Пошла в пизду. Она давно тут братана своего не зашибила. А, вот пещерка. Дурак. О. Пануться где-то успел. Шарнир можно изучить. Заебись, семечки, грибы. Бежав весь остров, нихуя мы не нашли, понятно. Ничего, блять, нового. Так. Изучить. Блять, нахуй ты выкидываешь. Ае. Тварь. Вот пока меня не было, ты ж... Так, блядь, даже так, блядь, где оно? Только, ну, оно уже сожрал, уже хули то, блядь. Оно довольно было сытое, оно. Так, еда, еда, еда. А, не доходим. Оп. Ну, растение все уже. Так. Поспим. Мы поспали. А что посадить я могу? Это я могу съесть. Картошку мы сожрем. Я хочу посадить арбуз. Как его можно было посадить? Ее. А на нас нет давно и манго. И манго тоже нет. Рюк. Рыба пошла нахуй. Возле таких больших островов всегда вот такие вот есть расположения. И там, и... А, вот, вниз, еще ниже надо. Ага. Ебать, да я сдохну. Ну ладно, сдохну, а чуть-чуть... Блядь, ебать, у него страшная морда. Задохнусь, окажусь на этом, на корабле на своем. С дома сюда спускаться не надо. А это что? Ебать. Скал мед нашел золото.
Сука, акула, из-за тебя бы я бы дольше бы, блядь, здесь бы пробыла, нахуй. Особенно ты, блядь. Здравствуйте, перезапуститься. Так, что у нас тут? Шарнир. Сюда. Два стекла надо изучить. Изучить. Я могу сделать улучшенный опреснитель. Заебись. Гусь я не изучала нихуя. Сетка появилась. Да, ну нахуй. Так. Теперь, что мы? Что мы делаем? Нам надо, во-первых, емкости. Бутылка, сок лианы я не нашла. А, доска, стекло. 4 стекла. Шарни, вот мне нужен гвоздь и веревка. А гвоздь делается из этого. А, веревка. Веревка делается из вот этого. Сюда. И вот в эту дырку мы ставим нахуй сеть ловушку. Так, теперь бы мне еще раз нырнуть. Где я сок лианы нахожу, я до сих пор не поняла. А, то есть так, да, ты уходил, блядь. Что там Александр не надумал в рафт поиграть, блядь? Пошла нахуй. Сейчас, блядь, жнец нахуй вылезет мне, как в Сабнафтике, блядь. Он будет весело. Пошла нахуй. Так, у вас троих ее нету, нахуй. Заебись. Мы опять сдохнем, но с дома чуть подлутаемся. Иди нахуй. Сука, она сейчас меня укусит, я не успею ничего собрать. Я не успела, ладно. Он грибы собирает. Там. Какие нахуй он грибы, блядь, это? Что там, блядь, у вас происходит? Так. Что я могу сделать? Давайте посмотрим, что, например, коврик, ебать. Лак, парус, весло, розовый якорь. Гвоздь, лук. Сачок, наживка для акулы. Это вот, да. Вот это у нас сок лианы. Это я вообще не понимаю, где искать сок лианы. И не мастился на нём. Вон эти хуйни. Эволюция хомо... Ты за кем, блядь, там? Вот тогда, блядь, ты ч... Пиздячек получишь, блядь. Кто-нибудь видел, я сок лианы подобрала? Что нахуй, ты можешь меня убить, блядь, но я все равно возражусь, нахуй. Капуста, капусту нельзя, да, подобрать? Сука, все что... Блядь. Заебал эта акула, блядь. Блядь, и ни одного сока лианы. Сука. А, да, даже так. Поплыли находится. Теперь мы опять плывем в открытый океан. А! Тварь пошла нахуй. Сука, я тебя ебало разобью, блядь. Кто не слышал? Ваш стример очень добрый.
А можно мне как-то отплыть, блядь, уже отсюда? Он, сука, бьется в этот ёбаный камень, и все, нахуй. Что, блядь, там у Александра есть? Блядь, что-то не нравится, пиздуйте к Александру. Да что, весло придется делать? У меня плод застрял. А стеклевка доска. Я застрял плод. Мне не хватает пластика, заебись. Акула, блядь, уже укусила. Ты можешь его сдвинуть? Где ты, блядь, такое видел, блядь? У меня плод застрял. А как мне его вытащить теперь? Блять, акула, ну подтолкни, ну ёбаный рот. О! Ты ж только что мразь его выталкивала, игра, блядь. Достаньте мне плот, нахуй. Ой, что я сделал? Он прям вот здесь сел. Сука, ёбаная хуйня. Напиши репорт и попроси админов, что это такое, блядь. Какой репорт, блядь? Я тебе, блядь, не в сампе, я, блядь. Здрасте. А, главное меню, да? Да. Да я уже пробовала в разные стороны его покрутить, блядь. Не вылазит. Вот на вот этом камне сидит. О, слез! Блять! Ебучий, сука, воин. Да ну нахуй. Алло, теперь мне надо достроить плот, что там. Пошел стену там контент делать. Ну давайте, я, может, попозже в гартик пойду. Не знаю. Валден, что-то я сегодня не хочу, днем поиграл, но хватит. Мне нужен пластик.
дерево. О, вот сюда нужно впасть. А чё опять застряли? Оплыви, блядь, его. Вертер. Вертер. Вертер дует туда. Значит, мы плывем туда. Пошла нахуй. Можно хоть один пластик поймать? Дайте лечь поспать. Понимаю, что с днем. Ну, первое, давай поедим. Ну, мы поели. Нам надо печь, найти рецепт печи, блядь, вот стекло как делать, как сделать стекло, из чего, блядь, его сделать. Сок лианы, чтобы получить сок лианы, нам вчера сказали, нужна печь. Рецепт печи я не вижу, часы, перо, флаг. Вот это можно сделать. Ты даже не отплыл, пока я спала. Давай. Оп. Оп. Ага. А как я так свалилась? А вот эту дырку сделать, где-нибудь в другом месте крюк сделать. Сука, ни ту не пойму. Здесь есть, интересно, острова с цивилизацией какой-нибудь? Цивилизация, цивилизация. Как там, блин, правильно? Всё, нахуй. Атрофировались мои мозги. Все. Теперь мы еще увеличим его вот так вот по кругу. Нахуй мне дерево, пластик давай лови. И наебенить надо пизду. Сложно говорить. Ловушек. Вот так, по периметру ловушки и по кругу их ебануть еще. Ну, я вот тоже сейчас подохуела. Заебись, изготовись. Мне показалось, сейчас кто-то пытался куснуть здесь. А... Вот здесь будут такие ловушки. А я могу вот эту ловушку забрать? Могу. Блин! Вот так и с той стороны также сделаем. Вот так.
Ну, ты что контент не делаешь? Блять, я не полила. Дура. Надо дует. Покойли на кухне. А, так, что у меня? Давайте порыбачим за это время, пока плывем. Сука, пошла нахуй. Вот действительно жив. Уйди нахуй от моей ловушки, мразь! В эту сторону я уже не пойду, я вот здесь закончу и пойду туда. В эту сторону, вот в эту сторону можно еще пойти. На флаг. Дай мы. Нет. О, да. Какой я забыл, как флаг работает. Бери, блядь, ёбаный пластик. О! Так, и вот так сейчас мы его завершим, и вон там так же будет. Давай. Оп, давай. Вот так, и вот сюда сейчас вот так пойдем. Я могу в нее упасть? Нет, я в нее не упаду, заебись. Не нахуй. Это все. Сука, прям в нее ей в рот опять прыгнул. А монстров, мне кажется, мы там были. Он еще какой-то ебать остров. Пошла ты нахуй. Мне надо якорь сделать срочно. Камень. Есть. Нужна трава теперь.
Изготовить. Здесь нахуй пока. А там прям какой-то высокий остров, да? О, все. Вот в эту сторону. Ебо, а как? Получались. Ну, птицы я уже вижу. Так. О! Ну вот да, как я туда полезу, я не знаю. Привет, Сис, привет. Я вот думаю, сейчас немножко еще поиграю в эту. Куда потом пойдем? Ну-ка, подскажите мне, куда можно пойти? А дай пластик, блядь. Неловко вышло. Вон туда. Туда. Ну как-то да, какой-то он прям большой. Сиса, у тебя есть рафт? Идем в рафт, ну. Так, пока я ничего не делаю. А, ага. Доплыли. А, нет, камни я с собой возьму. Стекло, шарнир. Тварь. Да что такое? Она на меня свечу в бутылке сейчас скинула? Чё, блядь? Сколько попалось ровно? Давай уже быстрее мы припаркуемся. Тварь! Да не успела. Ладно, за ногу, ну, для дерева выложила, подожди. Да ёб твою мать. Так, в какую мы в эту сторону, да, хотели идти? Что, меня еще кабан, блядь, здесь нашел? Что, блядь, происходит, нахуй? Я, блядь, да ёбаный парус убери, блядь. Днём не поспишь. Так, оп. Да ёб... Закрой нахуй. А здесь... Всего полно. Отцепись. Здесь... Всего полно. А здесь следуем пока здесь. Какую ты там шутку вспомнил? Ой, лама опять побежала. О, ягодки. Ёбаная птица. Магазин там есть. И где полутация есть.
Ладно. Первым делом пошло нахуй. Нет, не бегу здесь. Плыли мы по морю. Дальше. Стример у вас недалекий, не забываем. Желтая какая-то рыба ебанутая. И так и никто не кинул предложение, во что можно пойти. За что был за звук? Ветер в мачту. Фу, блядь, не смогла бы что-то. Я не знаю. Там за лупа с корабля сбежал бы. Бываем. О, здравствуйте. Такое. Что такое? А, блять, это водоросли, ёпта. Что водоросли? Ну, тут же есть базы подводные, где вот её, знаешь? А и чё хоть? А, это сейчас... Вот оно. Это ласты сделать. А, я почему-то мне прям казалось, что надо вот так сказать. Вы выбрали, во что можно пойти поиграть еще после этого? После рафта. Например, хлама, хлама. На линии. Он знал. Воруем. Так, ну мы с Аленой были на этом острове. Уже что-то радует, я уже что-то знаю. Но мы вчера его сразу с ней нашли, а я, блядь, сегодня, блядь, пол этого острова, блядь. Половина ебаных дня, она. Я одна, блядь, видишь, сижу, играю, блядь. Никто со мной не играет, все меня обидели, себя бросили.
Не, вообще, по факту, в рафт я играю сейчас одной, да. Я планировала играть с Аленой, но Алена что-то сегодня подустала. Что сделала там моя кошка? Почему нахуй у меня... Сука! Я могу посидеть в воде? Секунду. Так вот, я играю одна, никто со мной не играет. Все заняты, все хотят спать. Все на работу завтра, мне тоже. Но я решила для себя, надо стримить каждый день. Каждый день. Играю я за дрочу каждый день. Вот, может, и каждый день нет. Давай, давай, давай. Оп! Красава. Вот капитан Алена, она повар, она у нас повар, она отвечает за еду у нас. А я за добычу. Блядь, музычка наконец-то появилась. Нахер. Так, акула там плавает, да? Пошла нахуй. А, стекло изучено. Это не так. Это не... Я только пришла. Я только, блядь, пришла. Ёбаная ты. Только пришла. Давайте распаковываем, что тут. Кок просто Алена. Так, ананас. Что мне можно изготовить? Сок лиана я не нашла, заебись. 4 стекла надо. Угола. Летит, блядь, летит. Эту хуйню можно сделать. Крюк получен. Топор получен. Ласты. Сок лианы я не нашла. Гвоздь. Его надо сделать, кстати. Заготовить. Положить, пусть сохнет. А, стекло 3, шарнир, болты. А.
я знаю, да, здесь вот длинно выходи на охоту. Да иди ты, ёб... А, у меня гвозди не лезут. Оп, оп, ага. Жрать хочу голодную, блядь. Чё, блядь, ждать, когда ветер изменится, блядь? Давайте куда-нибудь еще пойдем играть. Ну, вроде не умираю. Сейчас, блядь, из-за птицы умру, блядь. Да, давайте здесь сохранимся и пойдем куда-нибудь еще поиграем. Чат, куда можно пойти поиграть еще? А? Скажи тебе, пожалуйста. Я еще часик точно могу поиграть. Вот так. А, вот так вот. Чат, куда пойдем играть? Чат, чат, чат. Чат, 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 чат. Чат, а, 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 а. У нас есть какой-то, кстати, пролог уборщика после, ну, с места преступления, типа, прибираться. А. The Planet Crafter Demo у нас есть. Контент Варнинг, Фазмофобия, соответственно, Little Company, Супермаркет. Выиграл. Куда пойдем играть, чат? Чат, ты вообще жив? Блять, вы все померли, да? Чат, чат, чат. Покинула чат. Так. Кто, блять, во что играет? Ладно, короче, я... Они, блядь, там в этот... Играют. Давайте залетим в Фазму. Ой, с вами. Переименуем этот. А, где Фазмофобия? Все, вот так, готово. Запустим Фазму, побегаем немножко в Фазме. Нос поцарапал, заебись. Как у кошечки дела? Она сказала, заебись. Вот так. Шел процесс входа. Располагаюсь? Располагала. I've gathered a list of other hunters asking for help. That's private. Будем вспоминать, каково это играть в Фазму, что-то она пролагивает как-то. Меня ясно. Ой, ёх. О! О, блядь, волосы эти. Так. Из-за чего лагает? Что открыто? Дискорд, который нахуй не нужен сейчас.
Кто еще там поджирает? У меня вот это поджирает хуйня. Кто еще жрет, нахуй? О, всех жрущих убрал, сразу фокус поменялся. Вальтер. Не знает, кто там. Обнаружить призрака, сфотографировать призрака. И я увидела, как енот вылетел в фазмофобию. Спугнуть призрака. Марин ванну налил. И узнал. Что за пролаги, блядь? 140 фэпоса, ты чё лагаешь, блядь? Тебе, блядь, нынче 140 мало или чё, не понимаю. Опа, ты не джин. Ты-то у нас не джин. Зеркало. Это здесь? Блядь, скидаешься. Чё злимся? Блядь, психует нахуй там. Ты чё, они? Блядь, не полтер, не этот, смотри, блядь. Блять, припизнутого дали мне призрак. Огонек да летает. Раскидывается. Дичайше прям раскидывается, блядь. Как не в минус. Три. Либо здесь футик. Ла-ла-ла-ла. А кто ты, воин? Огонек все там же. Здесь лагает. Фольклести. Амбака Ханту Банши.
И здесь, и мужчина. Блять, не... Ты здесь, ты молодой, ты мужчина. Все ясно с тобой. В принципе, мы уже запороли идеальное расследование, да? Так что можем ехать. Шли фазмофобию, блядь. Либо пошли куда-нибудь. Так. Все, это мимик. Идеально. Идеальный запор это у нас. Все было так хорошо, пока я не сфотал. Не попыталась сфотать призрака. Пойдешь куда-нибудь, говори, потому что... А, ну вот, ладно, пошел. А, вон тебе. Побегать еще перед сном. Расскажешь, что про Том Райдер что-то было. Не, в принципе, я его проходила. Я все Райс, Шэдоу и первых я проходила. Как они побежали все в фазмофобию? Пиздец, блядь. Если вы только не будете умничать, выебываться и, блядь, все вот это, свете, как обычно вы любите делать. Возьму можно только без вот этого. Без умничеств вот этих, ебать, я знаю, что за призрак, нахуй. Надо, блядь, думать. Мы своей башкой, нахуй, не думаем никогда. Потому что, блядь, вы сами все угадываете, ходите, мы уже, блядь, знаем. А мы, блядь, сами, нахуй, без вас уже, блядь, тупые, блядь. Нет, надо нам самим думать. Здравствуйте, скажите что-нибудь. Скажи. Покажи, и камеру мою не трогать. Вот, вот самое главное условие, если хотите вас играть. Брат. Да? Почему я так? Предметы добавляй. Песни поют. Да. Нет. Да. Нет. Жопа аргумент. Блять, я же добавил. Включить. Блять, у меня 140 FPS, но у меня почему-то лагает. У меня 171, 132, 136, 134, 133, 137. Ну, а вот угадайте, понятно. Какой регион у нас. Опа. Какой регион? С. С. А почему вот, что это за хуйня? Какой регион нам надо? Покупай рафт, блядь, заебал. Единственные деньги, которые у меня есть, они в Donation Alert придут завтра, и это мне на молоко для гречки. А тебе на молоко для... Мне енот на игру задонатил.
Это пинг, блядь, на Азии. Идем на другой сервер, нахуй. Это пинг на Азии, вы телепортируетесь, блядь. Идем на другой сервер. Переходим на Европу. Мне кажется, это из-за этого. Одиннадцать, 98, 38. Вот сейчас вы не телепортируетесь, сейчас нормально. Где Александр, блядь? Я же все добавлю. Какая разница, где Александр? А, я же сказал, 11:98:38. Здесь. Я уже понял, что здесь. А вдруг не поняла. Нажимайте, готов. Нет. Парафт. Нам нужно тебя поэксплуатировать. Распятие, 25, сбежать от призрака. И чё, ты какую сложность выбрал, то что тебе на самое начало откатывает, то что у тебя контрольных точек нет? Максимальная. Зато как в Dark Souls, чисто на кострах сохраняешься. Пиздец. Да. Не, ну тут заебись, что ты, например, побегал, там локацию зачистил, вернулся к костру, типа сохранился, я пошел дальше. То есть не проебываешь всю хуйню. Но в обучении было хуево, то что не было никаких костров. Я так сейчас нормально так локацию зачистил. И все хорошо обошлось. А чё это такое бомжатское? Остальное все. Ну, вообще-то это мое то, что. Только почему на первом уровне, я не знаю. Сними! Я... Сними! 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 Посмотри на меня, стой вначале. Посмотри на меня. Стой! Не уходи, стой, вот так, встань. Вот, 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 стой, не двигайся. Все, можешь снимать. Я попросила его не умничать, хитро выебанный. Мы должны сами искать эти ебаные улики. Мы хук. Это может быть не обязательно мимик. Пошли нахуй. Я сказала не умничать. Так. Все их две. Может, там будет третья улика еще. Сука, сними. Вот если мы найдем сейчас третью улику, тогда будет мимик. Чё у нас у мимика есть? Либо ультрик, либо я этот пока минус. Давай. Давай, кстати, проверим, Андрей. Тебя еще раз хочу. Три раза затушить, это будет опасно.
А я давай вот так сделаю. Каждый раз не бегай. У меня только чтобы был мимик, блядь. МП4. Знаем. Они ж начали умничать сначала. Мы так никогда не научимся играть. Что у нас по заданию? Так, что это? Две фотки осталось. Где мой, блядь, палочка? Я проебала где-то свой палочка. Так вот же она валяется. Блядь, ну что за люди? Ну ёб твою мать. Ну уже увидела. Я не могу с него, блядь. Посмотри. Оно еще длиннее стало. Да, стой, Роза, встань. Я ничего не делал. И, ты одел эту хуйню, этого достаточно для тебя. Палочку верните, пожалуйста. Это мимик. Подтвержденный, потому что у нас три улики, у нас минус. Саша, тут следы с фотой. Вот они. Ну все, охота, кресты, что там? Сбежать, охота и это. А есть куда спрятаться? Оба креста здесь. Нычку я нашла себе. Саш. А? У тебя есть благовоние с собой? Нет. Иди бери. И вернись. Ну, не трогай зеркало. Да я не буду трогать, я жду тебя. Я же сказал, бери благовоние. Я жду Сашу. Сейчас, берите благовошки. Благовошки берите. Нихуя, я жду Сашу. Я же говорю, берите благовоние, все берите. Я жду, сижу. Кресты не забудьте убрать. Нам сбежать надо. Зачем ты выкинул благовоние? Ну, у меня их два. Все спрятались? Решку вообще не слышит. Все выкинул лишнее.
Убирай кресты. Только иди в другую нычку. Это наша нычка. Так убирайте, мы ждем еще. Пусть уберут, скажи им. Меня не слышно опять. Убирайте кресты, пожалуйста. Кириешка спрятался, и ты иди прячься. Могу ломать, блядь, или нет? Могу? Ну, как по мне, ломай. Все спрятались. Как он противно шумит. Все. А чё он к нам попёрто? Потому что кто-то ночное зрение, по-моему, включил. Если я не подключилась. Я ничего не включала. У меня его не было. Пять связь с космосом. Ебать! Связь с космосом налажена? Фото готово? Все, поехали. Мимик, да, говорите? Да. Три улики. А, я угадал, значит. Да. Ладно. Блять, какой ужас. Встань ровно, я за скриню, быстро, ровно. Ага, заебись. Блять, не успела. А я видела. Пошлите на Эчфилд. Не хочу на Эчфилд, мне нравится он. Белым-белым покрывали январь. Убирай Эчфилд, ага. И поехали. Валим, валим, валим на гильдии. Ой. Блять, стиков нет, нет. Так, сейчас, секундочку. Уёк. Так, стать свидетелем. Благовония. Испугнуть. Так, градусник. Ага. Ага. Ой, пардоньте. Блять, у него потихоньку оно начинает расти. Оно потихоньку прям начинает расти у него. Это же врага. А это что такое? Почему она здесь? Саш! Это весело, потому что... Что? Иди сюда. В дом никто еще не заходил. Посмотри! А, здорово. Охуенно. Даже скриншот сделал. Подожди, дай это ячки ночного зрения одену, это я заскринил. Это откуда дверь вообще? Да мы уже вошли, мы не знаем, откуда эта дверь вообще. Фото-то зачем? Блять, фотку проебали, ну ёб твою мать.
Кто фотку проебал у нас? Сухарь, блядь. Могу с гордостью сказать, что это сделала Валькирия. Это, сука, ты сухарь. Он не сухарь, у него на втором аккаунте написано. Он когда косячит, он сухарь. Это отсюда дверь, что ли? Это что такое? Что за проход в Нарнию? Это туалет. Вообще, да, дверь отсюда. А мне интересно, где дверь украли? Мы нашли, где украли. Для вас, либо сухарь, либо... Да, у туалета украли. Стой! Где? Со второго этажа? Вот проход в Нарнию. Там лес. Там наёбка для уёбка. А где вы? Ебать, стой там! Что там только не происходит, блядь? Выровнись, выровнись! Нет, назад отойди чуть-чуть, прям. Блядь, нет, чуть-чуть вперед. Шаг прям один вперед. Два. Сука, его уже не видно, он его уже поглотило, нахуй. Пойдемте работать, хули, блядь, мы. Сторонняя хуета тут происходит. А свет включите, пожалуйста. У меня котики, секундочку. Я услышала. Где-то тарелка упала. Или кружка. Там это... На входе пар идет. Я слышу, как летают тарелки. Полтор. Ну, вот стояли. Вот тарелка, да, валяется. Так, ладно. Тут надо два креста положить. А пар идет здесь. Короче, я ставлю камеру здесь, чтобы... Свет включите, пожалуйста, блядь. А! Блядь. Фото со... Успел. Успел. На, ёб твою налево. А это... А с тобой-то как? А я не знаю, я вот здесь в нычке сидела. Это не обязательно демон. Я не слышал. Блядь, не обязательно демон, он у меня убил в нычке. Я вот здесь... А? Надо выйти из дома. И зайти... Я, он меня прям в нычке убил. Я знаю. Я видел. Он меня убил в нычке. Не факт, что демон, потому что рассудок... Мы сколько шароёбились в темноте. У нас таежка. Угу. С чего, блядь, он решил? Ну, может, это... Так, он убил меня... В нычке. Целенаправленно в нычке, да. Целенаправленно. Не, может, у тебя там электроника какая-то в руках? У меня вообще ничего не было, я все выключила. Я все выкинула, а УФЭ на УФЭ он не реагирует, потому что это не электроника. Выхожу. И плюс он ко мне ускорился. Да он так сам по себе быстро бегал, блядь. Он кмну. Кмну. Блять. Понял. Еще чуть-чуть, у меня будет котик 24 уровня. Эй. Еще
Что, что будет? Решку вообще не слышно. Но мы долго там были, это не факт, что демон, потому что, блядь, это... Потому что он мог рассудок посадить, мы сколько бегали в темноте, ржали же, стояли. Да, как говорится, демон сам убирает, когда атаки делать. Он мог и сразу прийти, мог и потом прийти. Или как он на енот говорит, мог себя там как тень вести вообще. То есть это у нас... Тани Мюлинг. Температура, там температура была низкая. Что это такое? Шампур, блядь. Что это такое? Говно сухое? Огонек один. Огонек? Нихуя не видно. Надо посмотреть на слава. Ты за ними, чё мы стоим? Умнее. Огонька нет, что? А, его не... Ты же сказал огонек один, блядь. Он начал атаку, он где-то вот, где-то он гост-ивент дал... Он в районе шкафа. Я говорю, что огонёк один. Гост-ивент начался от шкафа? Гост-ивент начался отсюда, а, ну вот. А атаку он начал откуда-то отсюда, потому что я успела спрятаться. Не, он где-то... Блядь, я тоже не понял, откуда он начал, но... Да, я спрятаться не успел. Он за мной просто появился. Лазерный проектор был? Поскольку я не умер, это таешка. Заебись. Ставь, тае, ставь. Даже ничего не сказали, блядь. Поставил. Они не выполнили все, блядь. А чё вы нихуя не выполнили? Съебались они. Фотографии, блядь, Константин, вся хуйня. Переигрываем, блядь. Я есть теперь котик 24 уровня. Наказание, нахуй. Это котик в татушках. Котик, нажимай, блядь. Мяу. Хуяу, нахуй, пупс. Мяу! Так, мне надо перезайти, секунду. Давай без вот этого вот. Бля... Да господи, ничего страшного. Что? Блять, он какая разница, у него все равно на голове торчок. Что мне? Направленный возьму. Так, МП. Спугнуть и сбежать. Надо свет эти включать. Вы так страшно все ходите в этот направленный микрофон. Блять. Опять тут дверь какая-то ломаная. Что такое? По-моему, Кирьеха нас что-то ломает. Призрачный огонек на втором этаже. Так, ищем Константина, да? О. Ну, Костю, да. Там,
предмет. Это как в вестерне, Саш. Ебать, я закрыл, тут все пропало. Ну да. Тут нету. Эта дверь слишком тесна для нас двоих. Ебать. Лапа. Лапа? Чисто, блядь, Скуби-Ду команда, блядь. Друг за друга. Свет кто-нибудь включил, блядь? Сейчас включу. А, нет, огонек на месте, ладно. Есть свет? Константин на чердаке. Назад, туда, вдаль прям. Почему там? Я брал МПшку. Смотри мне. Зачем тебе третья рука? Чужая. С чужой интереснее. Хочешь носу поковыряюсь ей? Давай. Блядь, ну надо встать как-то, подожди, стой. О. О, ага, вот. Блядь. Сука, уезжает. О! Блядь, ты голову поднял. Ладно, пошли. Надергается. Кириешку опять на шампур насадили. Бесконечности впереди. Добрых уток.
До свидания. До свидания. Хочу оживить друга. Саша! Друг. Блять, пошли нахуй отсюда. Сами нахуй разговаривайте. Спасибо, я сделал свою работу, я воскресила друга. Спасибо, друг. Пожалуйста. Обращайтесь. Я прям сидела, ждала, когда охота кончится, чтобы оживить. Друже. А почему он должен ответить обязательно? Ну так бывают и другие улики, кроме радиоприемника. Не ответил первому и второму, значит, надо другие смотреть. А как там? Песня Бритни Спирс. Комнату поменял. Короче, похуй будет. We will rock you. Давай. We will rock you. Он нас не слышит. Давай поближе. Давай. We will rock you. Головой rock давай. You. Головой вот так. Ладно. Ой, так, по-моему, эта тварь вообще комнату поменяла. Нихуя не знаю, я твой хороший друг. Я знаю, что он не быстрый был и все. Ну, а я просто сдавал назад, и вместо того, чтобы в дверной проем зайти, я споткнулся об стену между дверью и фальшпанелью. Ничего не знаю, я друга оживила, все. Моя работа на этом выполнена. Как кто это? Без понятия. Пойду. Снова иду один. Блять, он что такое выключил? Кто дверь сломал? Кто чинил? Саша в дом пошел, идите спасайте. Решка, будь другом. Поставь камеру хорошо там в комнате, пожалуйста. По-братски. Какой? В которой он сидит. Свидание. А, понимаю. А чё, второй раз не бракать? Да, воскресить его? Так окончилось. Нет. И на этом кончилось, Саша. А что было дальше, вы сейчас не узнаете. Ясную погоду. Мне кажется, то, что у нас какой-нибудь ивент. Хочу рассвет. Нет, он не ускорялся. Сука! Он шептал. Сколько можно закидывать меня
Юрен был? У нас либо Юрен, либо Андрю. Он двери не дергал, мне кажется, это Андрю. Тащите свечки, делайте проверку. Я там свечку вставил. Я же в нычке была! У меня просто нахуй фэпос упал за секунду. Что, блядь, происходит? Что с фэпосом? Верните фэпос, блядь. Нихуя себе, меня пока убивали, у меня фэпос просел нахуй. Где вы? Полоса, блядь, из дома. Меня пока убивали, у меня фэпос просел до единицы. Вы видели, что было на стриме? Это потому что Кириеху убили. Вот видишь, там полоса сейчас такая торчит из дома. О нет, у меня полосы нет. Видимо, я эту полосу забрала с собой. Просто у меня, когда Кирьяха умер, у меня тоже вот. А я смотрю, нас вместе с ним убивают, мы одновременно стоим, и просто фэпос в ноль, нахуй. Кирешка, а тебя как убили? Меня в нычке, а тебя как? Его тоже в нычке. А ты скрин как скинул? Да. Скажите, что за призрак? А, ну, а у меня нет этой полосы. Нет уже? Нет, нету, да. Странно. Ну, видимо, у меня фэпос сожрал ее нахуй. Как у меня в ларке лавина. О, атака. Этот едут был из тех, кто просто любит жизнь. О, Настя, иди сюда. Настя умерла. Куда Настя пойдет? На смерть. Настя уже отче наш. Все. Куда ты пошел? МПшка здесь. Вон у меня здесь отсюда полоса идет, блин. У меня вообще нету. И звук еще такой, как будто текстуру. Он со мной в нычке был, что ли? Нет, его нету здесь. Да. А где он? Его нету. Ну, а ты у меня вообще сверху появилась, а он здесь за шкафом у меня был. Ну я там сидела с лапой своей, а он вот он лежит на лестнице. Это я лежу. Кого он поставил, блядь? Он боя. Охуенно. Кого? Кто? Кого поставил? Ладно, я угадала. Я же сказал, я Андрео. Кому ты сказал это? В фургоне кому-то, блядь? Я вам сказал. Нам вообще ты ничего нам не говорил. Вообще не было тебя слышно. Да потому что вы разговариваете, вы никого не слышите. Какая разница, мы бы тебя услышали. Тебя не было слышно. Кто-нибудь бы тебя да услышал? Так, подождите. Александр, отойди, пожалуйста. Нет. Почему оно заводское? Как поменять вот это вот? Вот так. Все, как кто там выбрал, что убирайте Пирсон и Эйджфилд?
И Сани Мидлс убирайте. Мы с Сашей уже сходили на тюрьму, уже выебнулись один раз. Полчаса ходили на хуй в тюрьме, блядь. Паша, так, нажимай. Мы четвером будем, как бы. Ага, сейчас Кириешка опять напялит свое ночное видение, нахуй мы умрем там сразу. Давайте тогда в школу. Мы ее не доходили. Вместо тюрьмы давайте школу. Нажимайте, поехали. Мы с Сашей в школе давно не были. Мы очень давно там не были. Папа. Чё, Саша, когда ты рафт покупаешь? Что? Когда рафт покупаешь? Я не знаю, сколько. Надо еще посмотреть, сколько он стоит. 400 ск... А, у тебя дороже. Я могу подарить. Рафт. Посмотрим. Напялил он уже, напялил. Опять он с этой... С рогами растущими. Так, у меня... Ну давай направленный возьму, послушаю. Ты иди вместе с енотом, мы пойдем вместе с Сашей. Мы школу изучим хотя бы для приличия. Учат в школе, учат в школе. Прям в школе. Учат в школе. Пошли, Саш, какой твой любимый предмет был? ИЗО. Пошли в кабинет, зато будем рисовать. Я тоже ходила в художку. Пусть они идут налево, мы идем направо. Пошли направо. Пошли направо, я тебе говорю. Пусть они идут налево, а мы направо. Да, мы направо с тобой не ходили в прошлый раз. Куда вы идете? Енот, иди с Кириешкой. Иди... Зачем он идет с нами? Пошел вон отсюда, мы сами ходим, изучаем, говорю. Иди вот с Кириешкой. Пошли влево тогда. Пошли, пошли, пошли. Здесь еще один класс. Ради бога. Тут есть второй этаж, надо подняться. Зачем вы ходите за нами? Мы ходим, изучаем, идите отсюда. Саша, пошли туда. Мы так никогда никакие карты туда, не запомним. Сюда, туда, сюда. Ой, библиотеку не люблю. Такой звук сейчас был, как будто кто-то шкатулку изанул. Не слышала. И дверь, по-моему, хлопнула. В смысле? Прямом. Атака, Саша, иди сюда! Выключай ПНВ, садись в комнату. Кто, блядь, уже? Я же говорю, кто-то изунул шкатулку. Енот, сука, по-любому. Ну смотри, драйвера это обновились. Фэпос нормально. Он может быть на втором этаже? Ну, походу, Юкай, мы, блядь, в прошлый раз полчаса искали призрака с охотами, без охот, блядь. Еще атака идет, Саш. Да похуй. Он дойдет. Все, атака кончилась. Атака закончилась. Ты где? Куда ты пошел? Говорят, то, что охота еще идет. Свет есть. Так, я же сказала, охота кончилась, блядь. Столовая, что, пожрем, Саш? Тут что? Блять, все сожрали, все сожрали. Куда ты за нами пошел? Пошел вон от нас.
Саша, нас преследует маньяк. О, нет. Это моя вообще-то работа. Если верить гражданам. Это улица. Ох ты. Смотри. Стрелка. О, а куда она ведет? Давай найдем. Да, давай все, ищем. Все. Вот еще, смотри. Уже никуда не... Ага, ну-ка, пошли дальше. Вниз. А тут ничего нет. Вот, смотри, смотри. Дерево. Вот. Вот. Ага, ага. Право. Где? Куда? Обратно. Сюда. Так, ну, что там еще сверху стрелочка какая-то? А, понял. Ага, сверху. Ага. Вниз. Наискосок. Ага. Ага. P равно E. И что это, блядь? P равно E. Ну, это новая карта, если что. Какая новая карта? А, это. Который на полу в лобби. Идите работать, хули вы с нами ходите? А вы чё? Кто быстро за баранку? Идите нахуй работайте. Саша, пошли в школу обратно, мы кабинет Зони нашли. Пошли. Ой, смотри! Смотри, смотри, иди сюда, Саша! Ох ты. Сука, у меня в школе хуже будем было. Играть? Ну, у нас в школе такого не было. Как его? Оп! Блять, а с другой стороны? Там есть тачка, с другой стороны тоже нет корзины. Корзин нет, смысла играть нету. Пойдем с призраком поиграем. Пойдем. На улице 7 градусов. Прохладненько. У меня там котики накопились, надо пофармить. Эх, как же хочется косточку, беленькую, атака. Тверденькую, немножечко. Атака! А, не... Какая атака? Какая сука это делала? Иди, мы изучаем, иди отсюда. Как же хочется косточку. Мы старые люди, которые хотят вспомнить школу. Тоненькую, беленькую. О! Нихуя, свет есть. Я же говорю, то, что я включил Енот, иди помогай Кириешке. Я не знаю, где мои вещи. На втором этаже. Атаки еще нет. Ладно, я пошел на второй. А тут что? Ласточка. Ну, мы когда-нибудь ее найдем. Ласточка. Виход, понятно. Опа, она. Не работает, смотри, пиздюк, блядь. Как светло, А, здесь медные колеса. А. Да, здесь столовая.
Так, где-то должна шкатулка валяться сломанная. Я ее хочу хотя бы зафотать. Ну где-то здесь, давай посмотрим. Блять, попробуй найди среди этого срача. Да ты мне мяч кинул? Ты чё пугаешь? Там тут раздевал, очка. Ещё и мячик, кстати. И еще. Такой ящик мне влезет. Я весь второй этаж пошел, не могу. А где шкатулку, кстати, сломали? Мы с этой стороны еще не были. Или были? Там дверь открыта, значит, были. Значит, на второй этаж нам осталось идти. Ну да, ладно. А тут нас могут сожрать уже. Да, и ладно, чё. Сфотоюсь на память потом. Мудак, ты слишком долго призраковал. Ну, а что? Тебе пора в отпуск. Щиток. Где щиток? Люли. Ну копай, Юли. Люли, люля, люли, люли. Лилю. Ля ли лю ли ла. Ля люли. Ля люли люля. Я как будто ответственный за свет. Что? Кость никто не смог. Ля-ля-ля. Звонок. Телефон. Я слышу телефон. Мы слышим где-то звонок.
Короче, я знаю, где призрак. На второй этаж поднимайтесь. Заебись. Что еще хочу сказать? Я все это время в фургоне сидел. Я на втором этаже, куда идти? Комната призрака найдена. Где енот? Я включила вам свет, и там до конца по коридору неоновая палочка лежит. Я неправильно шел. Ну, во время охоты вообще-то молчат, ну да ладно. Причем тут ЕКАЙ и электрика. Я вышла из школы, короче, там на втором этаже, поднимаешься по лестнице, увидишь там свет, а, неоновая палочка валяется. Ну, за счет Сашиной смерти мы нашли призрака. Он там, да, в конце? Короче, он на втором этаже. От лестницы. Там... А, палочку нашел, да? Ну, все, пиздуйте за нам, блядь. Я понимаю, это где-то вот здесь я кирешку видел, потому что вот здесь я кирешку видел. Блять, ну на палочку уже перестал гореть. Причем мы с Сашей просто ходили косточку искали, Саша умер. Я знаю, что он не ускорился. Никогда Саша убил, никогда за Сашей шел, вообще не ускорился. Но он не ускоряется. Да, у него скорость обычная. Ну, по типу того, то, что я с вами разговариваю, ему вообще пофиг на меня. Я сижу в ночном зрении, ему пофиг на меня. Подожди, а с другой стороны, может быть, это банши? И ей похуй на тебя. Насколько я знаю, только банши похуй на всех, нахуй, вокруг, когда найдется в твоей жертвы, блядь. Блядь, можно уже закончить эту ебаную катку и пойти спать? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
че не работаешь-то? Ну, у нас юкай, либо панш. Ну, либо-либо. Посмотри на дверцу шкафчика. Что там, труп кириешки, блядь? Нормально там чё, всё, это дверь. Дверь? Это дверь, да. Вверху? Ладно. В каком верху, там нет ничего? А, вот то, что висит над дверь, это не дверь, это шкафчика, это вот светильник висит. А чё, вы вдвоем отлетели, что ли? Если вы вдвоем отлетели, киньте блокнот на пол. Охуенно, не нужно где работать. Ой, блядь. Секунду. Блять. Но по факту я выполняла это задание. Но я не помню, приняла я его сторону или нет. Я просто гуглила, как он выглядит. Короче, если ты согласишься, то ты сможешь к вудуистам ходить. Если не согласишься, то будешь с ними в контракт. Только я не помню, на что это еще влияет. Но сам факт с чипом, они тебе помочь особо не смогут. Они тебе смогут, они тебе скажут более такую информацию, которая тебе поможет. Но а вытащить его они все равно не смогут. Так что думай. Но я проходила эту цепочку квестов, судя по всему, что я почитала так примерно, я помню это. Значит, я согласилась. Я одна, да? Енот, ты жив? Что, блядь, происходит? То есть так. Понятно.
Блять, так Райдзю или Морой? Юрей. Райдзю, Морой, блядь. Юрей, нахуй. Ну все уже, все. До финалити. Да, все. Ну, да. Всем спасибо. Енот, пока. ГГ. Тебе я еще скажу пару ласковых сейчас, нахуй. Хорошо. Че, получается, завтра стрим по 7 Days? Ну, когда выплата придет с донейшна, тогда да, я куплю и это. И посмотрим ее.